Буга чейин биз аракет кылдык. Бир да атты атабаганга. Ошол эле учурда мыйзам бизге жол берет. Эч кандай тоскоолдуктар жок атаганга. Следствие болгон жок. Иш козголгон жок. Башка нерсе болгон жок. Бардык сөз аракеттин баары эле ушул кабыгы жөнүндө болот. Буга чейин министрди атаган эмес элек, ал дагы мына аталып атат. Айрым депутаттарды атаган эмес элек, мына бул жага КТРге келип, ОТРКга. Ар кандай сын пикирлер болду. Анда мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мына жоопкерчиликти мойнума алып, декларация трастын окуп берейин силерге. На русском языке. Совершено 4 апреля 2012 года. Трастовый управляющий Авалан Консалтинг Лимитед. Зарегистрировано по законам Белиза. Белиз Сити, Маркет Сквер, 60. Бенефициары. Первый, второй, третий. Первый бенефициар. Господин Өмірбек Черкешич Текебаев. Родился 22 декабря 1958 года. Гражданин Кыргызской Республики, паспорт, указана серия паспорта. Выдан 10 июля 2006 года. Второй бенефициар. Солянова Аида Жеңишбековна. 7 августа 1972 года рождения. Гражданка Кыргызской Республики, держатель паспорта, номер, выдан 6 июня 2008 года. Третий бенефициар. Господин Шыкмаматов Алмамбет Насырханович. 21 октября 1969 года. Гражданин Кыргызской Республики. Паспорт выдан 7 декабря 2006 года. Компания Southfield Management зарегистрирована 9 июля 2009 года. Приводится номер и адрес. Приводится количество акций и так далее. События, которые обязывают на какие-то вещи бенефициаров. Получение компании оплаты взамен акций Альфа-Телеком, Альфа, путем продажи или иначе, в сумме как минимум 50 миллионов долларов США. Дата прекращения 1 января 2015 года. Настоящие трастовые акции свидетельствуют о следующем. С даты настоящей декларации и даты прекращения трастовой управляющей будет держать акции Саутфилда на условии, что сразу после наступления события, которое было указано, то есть продажи 51% акций, первому бенефициару число акций Саутфилда 8% от всего выпущенного капитала компании на дату представления. Второму бенефициару число акций Саутфилда, представляющих 7% от всего выпущенного капитала на дату предоставления. Третьему бенефициару число акций Саутфилда, предоставляющие 7% всего выпущенного капитала дат компании на дату предоставления. Башкача айтканда, эгер де жананты сатыла турган болсо, мынау пайыздар ыйгарылат деп жазылды. Ыйгарылат деп жазылды. Бул кабыгы эмес, бул мазмуну. Мына кабыгы жөнүндө көп нерсе айтылды, бирок мындан ары эми талкуулоонун кажети жок. Мен бул жерде окуп бердим. Сен дагы талкуулайсыңар. Эгер бенефициарлар мына макулдугун берип туруп, колбойт туруп, мен силерге кайсыңар? Урматтуу депутат, мен колумда болгон фактыларды гана силерге окуп бердим. Калганы болсо, текшерүүнүн негизинде айтылат. Текшерүүнүн негизинде белгиленет.